законодательном собрании подвели итоги агропромышленного комплекса за 2019 год. Открывая встречу с ветеранами АПК, Валерий Малышев отметил, что в областном бюджете на 2020 год на сельское хозяйство выделено в 1,5 раза больше средств, чем в прошлом. Общая сумма вложений в отрасль составит около 4 миллиардов рублей. Другие отрасли не могут похвастаться подобными успехами. Я считаю, что сельское хозяйство – это вообще может стать локомотивом, который всю экономику может вытащить. И все время говорили, что пока и черная дыра, ну, я думаю, напрасно говорили, уже сейчас неуместно. Но подставлять плечо сельчанам придется долго. Селам нужна газификация и развитие инфраструктуры. Там, где газ уже есть, чувствуется развитие не только в сельском хозяйстве. Земли перестают пустовать и приносят доход. Однако еще предстоит строительство и ремонт дорог, замена окон в школах, благоустройство. Все это даст развитие не только сельским территориям, но и всему региону в целом. Председатель аграрного комитета Вячеслав Ковель солидарен с коллегой. Кроме того, считает фермеров движущей политической силой. Принципиально важно понимать, что вы всегда сопереживали за малую родину. Вы созидали и делали эту малую родину своими руками, своим опытом, своим трудом. Вкладывали душу в развитие Ульяновской области, в тех районах, в которых работаете, с ними хозяйствами. И вам не безразлично, что происходит сегодня, будь то на площадке или в стенах законодательного собрания, не безразлично, что происходит в правительстве. Ветераны, несмотря на то, что в большинстве своем не числятся в штатах фермерских хозяйств, продолжают быть наставниками и активными общественниками. Пожалуй, только у них сейчас есть достаточно опыта, чтобы воспринимать сельское хозяйство целостно. Поэтому их мнение готовы слушать на всех уровнях. Я очень рад приветствовать здесь действительно элиту аграрного производства. У нас, к сожалению, немножко молодое поколение путает понятие элиты. Почему-то называют там людей на дорогих машинах, чемоданы, деньги. Элита на самом деле это мозги, знания и опыт. После беседы и обсуждения перспектив развития и болевых точек в АПК региона Валерий Малышев поблагодарил участников встречи за труд, знания и активную жизненную позицию. Поздравил с наступающим Новым годом. Павел Половов, новости Улправды ТВ.